Всем привет, ребята, с вами я, Панда FX. Лучшая рубрика продолжается. Скорее всего, это будет финальная серия, но вы не расстраивайтесь. Если вы каким-то чудом под этим видеороликом соберете 30 тысяч лайков, то у меня в голове есть еще одна рубрика, которую я хочу реализовать тоже в ближайшее время. Ну и давайте я вам, ребята, представлю наших новичков. Рейтинг 93, Христо Стойчиков. Бешеная карта. Под рейтингом 94 у нас будет КК, арендованный на 4 матча. Надеюсь, я успею до конца рубрики за него наиграться. Так, Акинфеев, бай-бай, Шевченко на базу. А пока ищется соперник, ребята, напомню о своих спонсорах с компанией OneX. Как вы знаете, Бундеслига возобновилась, по сути, лучшая лига на данный момент. 30 числа будет крутецкий матч, Бавария будет играть с Фортуной. Вы всегда можете поднять баблица с помощью моих спонсоров в закрепленном комментарии. Также, ребята, не забывайте про мой личный сайт с продажей монет, ссылка будет в описании. А тем временем я что-то прозевал немного составчик соперника. Братуха, отобрал же мяч Шевченко. Бля, да как это раз за разом проходит, я не могу понять. Охренеть, это Мальдини так проебался, серьезно? Блять, Шевченко, что бы я без тебя делал? Меня заебывают, да, видимо, будет? Не-не, тут Хакими. Да, блять, да как выйти из обороны, блять, я не могу понять. Что происходит? Почему меня душит какая-то обоссанная АПЛочка? Так, КК на фланге, на Гвардиолу. И в одно касание. О, боже мой, отличный удар от Джеймса. Ну, видели, с какой силой он ударил. Ой-ой-ой. Тут бы уже Шевченко даже не спас. О, хороший коридорчик для Стойчикова. Но это должен быть гол. По любасу. Хорош. 45-я минута. Очень часто я забиваю в этой рубрике на 45-х минутах. Блять, просто, блять, поскользнулся чувак у меня. Бля, реально без офсайда? Да, охуенно кайфуешь, браток. Вот кому я должен давать мяч? Посмотрите, бля, эти долбоебы, блять, бегают в офсайде. Ой-ой-ой. Что ты задумал? Опять лонгшотнишь? Бля, Шевченко, я в ахуе просто от его сейвов, ребята. Как, блядь, так может играть серебряный игрок? Я вам базарю, он стоит круче, чем тот с Алисон, без шуток. Пожалуйста, только не на последних штангах. Ну как он на пустые отскакивает? Ковачич мне дубль делает. Ну опять же, Шевченко тут ни в чем не виноват, абсолютно. Кикофная, хорошо. Что дальше делать, я не придумал. Ну, тоже, блядь, с такого же дебильного отскока я забиваю. 2-2 забиваю с киков и какое-то говно, собственно. Ну, он мне такое же забил, поэтому все абсолютно честно. Ой, блядь, переводики вот эти пошли. Все, блядь, тянуть время будешь или что? Так, Адама, нужно остановить его. Нужно остановить. Блядь, ну я выношу. Я в ахуе, блядь, ну серьезно. Он меня тоже забивает с киков, а вот такое вот говно, блядь. Да, видимо, это Габелло. Ну, посмотрите, ну я отбираю мяч, и он просто подскользнулся. Нахера, вот почему, как это работает? У меня игрок, блядь, сделал отбор и подскользнулся, блядь, на мяче. Охуенно просто. Я не понимаю, в конце просто какой-то лютый трэш пошел. Все начало залетать. Вот просто в какой-то момент, блядь, что не удар, то гол. Хотя до этого вы сами видели, сколько сейвов сделал Шевченко. Ну, опять иду all-in, блядь, все в атаку, блядь. Ну, блядь, в ближний, в дальний! 4-3. 4-3, ребята, подождите. Бери мяч. Фух, просто киберспорт, нахер эти наушники. Давайте, 89-я, есть еще время. Да ладно, ты сейчас тянуть будешь. Бля, ну ты, конечно, блядь, не хочу, конечно, тебя плохими словами называть. Но вы сами поняли. Просто, блядь, сыкло, блядь, ебаный трус. Ну, бля, ну подбегите, блядь, игроки. Дай еще одну атаку, блядь, дай одну атаку, блядь. Ну и также, ребята, по промокоду Пандос вы получите бонус на старте. Ну что, ребята, от нас уходит три игрока. Это Жозеп Гвардиола, великий брат Хосепа Гвардиолы. Уходит от нас обладатель самого красивого гола в данной рубрике Дэниел Джеймс. И рейтинг 8-7 Хавьер Занетти. Итак, приходит к нам рейтинг 95 Деврай. Он будет стоять на позиции ЛЗшника вместо Занетти. Уж такие реалии, простите. 96-й Тони Кросс. И, пожалуй, один из самых лучших форвардов, которым я играл в данной игре, это Луис Суарес. 97 рейтинг, 72 матча, 98 голов. И есть одна херня, от которой меня дико триггерит. Луис Суарес, рейтинг 97, дриблинг 96, финты 3 звездочки. Ясин Бер Але Хани, 95 год рождения, 58 рейтинг, 5 звезд финтов, дриблинг 68. Я понимаю, типа, этот чел дохуя финтоплет, возможно, в реал-лайфе, но я как бы
не сомневаюсь, что есть какой-то финт, который не смог бы выполнить Луис Суарес. И вообще, они, вы заметили, в последнее время начали добавлять звездочки к финтам, к слабой ноге. И почему бы не добавить, блядь, Луисику финты на четверочку? В чем ваша, блядь, проблема? Почему, блядь, у этого Бен Хмахни есть, блядь, 5 звезд финтов? Короче, странная херня, от которой меня немного бомбит. Все, меня больше не бомбит. Спасибо, что выслушали. Так, мощная Бундеслига мне тут попадается в последнем матче-то. Надо показать класс. Это он не руками там как бы схватил мяч? Ну ладно, не будем акцентировать на этом внимание. Суарес. В принципе, этот парень такой крутой, что может отсюда ударить, но почему-то прям в руки Градецки. Так, Кака, дай хорошую передачу. Блять, а кто это? Мне кто-то набирает там, позвонил. Ну-ка, срочно нужно выйти и узнать, что там. Так, 1-0. Хорошо, едем дальше. Но это Луис Суарес. Он практически 80, если не 90 своих моментов забивает. Так, надо бы как-то приостановить эту его движуху. О, вот это проходной двор, я понимаю. Давай, стоечков. В дальний, смотрите, как красиво будет. Ох, какие красивые удары у стоечков. Не, ребята, связка стоечков плюс Суарес — это просто разъеб Петрович. Блять, это что за прикол был? Блять, а какого хрена, блять, отошел на секунду, блять, называется. У меня там коты начали с коробкой играться, я отвлекся и мне забили. Так, ладно, хорошо, ебать, ты че, блять? Так, надо показать, что это было крайне некрасиво. Он должен был придерживаться фэрплея, я считаю. Суарес, единственный финт, который я за тебя могу делать, блять. Ну прости, ты не Аль-Шухар Мухарар. Почему бы электроникам не вести, блять, нахуй, какие-нибудь карточки, которые увеличивали бы звезды на финтах? Ну прикиньте, сколько бы проблем было бы решено в этой жизни. Ну, допустим, есть у вас какой-то любимый игрок, но вам не нравится его количество звезд там на финтах или на слабой ноге. Взяли, купили какую-нибудь карточку, апгрейднули, и все, собственно, довольны. Так бы играть было разнообразнее, согласитесь. То есть, по факту, как бы, это можно реализовать, учитывая, что они добавляют карточки, где есть футболисты с апгрейднутыми финтами, слабой ногой. То есть, в принципе, это реально. Хуя пас прошел. Ты что, серьезно, блядь? Ой-ой-ой, Акинфеев. Так, стоечков. Ну-ка. What the fuck? Это чё, блядь? Это как, блядь? Это где, блядь? Что-то в последнее время мне везет на какие-то невероятные красивые голы по типу вот этого вот. Ну-ка, Стоямба, Герреро. Не, чувак, это не реал лайф, тут сложнее немного забить. Все, ребята, заканчивается у нас матч на такой вот красивой ноте, так скажем. Стоечков лучший игрок матча, хотя забил он столько же, сколько Луис Суарес. 98-го рейтинга у меня не было в клубе. На рынке стоят все миллиард тысяч миллионов, столько денег у меня нет, поэтому я просто закончу рейтингом 99. Это Криштиану Роналду. Но играть я, наверное, уже не буду. Кто хотел посмотреть, как Криштиану Роналду 99 в деле, у меня есть отдельный видос на канале, который вы можете посмотреть. Ну и в целом, ребята, историческая херня. Я закончил рубрику в кои-то веки. Как такое возможно? Я сам не понимаю. Обычно у меня рубрики заканчиваются на втором выпуске, а тут вот прям я как-то дико кайфанул. Не знаю, как вы, но мне прям все безумно понравилось. Все так по лайту прошло со своими какими-то приколюхами. Я думаю, что стоит какие-то итоги подвести данной рубрике и раздать какие-нибудь награды. Допустим, Джеймс определенно получает награду лучшего гола в данной рубрике. Лично для меня открытием данной рубрики является Чедози Агбене. 72 рейтинг, но при этом рейтинге вы сами видели, какие голешники этот молодой человек клал. Ну и лучшим игроком данной рубрики, так скажем, виртуальный золотой мяч получает Алексей Шевченко. Я думаю, никто со мной спорить не будет. Сколько сделал сейвов он, сколько раз он нас спасал, это что-то из разряда невероятного. И тут как бы учитывайте, что у парня-то рейтинг 70. Ну и в общем-то, ребята, хотелось бы вас поблагодарить за вашу активность, за ваши лайки, за ваши комментарии. Спасибо всем, кто со мной пробовал эти 5 выпусков. Небольшая рубрика получилась, но для меня это рекорд. Фокус куда-то улетел. Опять же напоминаю вам про 30 тысяч лайков, которые смотивируют записать меня еще какую-нибудь новую рубрику. Так что все в ваших руках. С вами был я, PandaFX. Еще раз всем огромное спасибо и всем хорошего настроения. Пока.
Также тут мне, ребята, награды за Викинг-лигу подъехали. Не буду вам полностью светить, что мне упало, но дам небольшой спойлер. Мне упал один очень любопытный персонаж, на которого я хочу сделать обзор. Будет ли вам интересно, дайте мне свое мнение в комментариях.